31 мая – день памяти жертв политических репрессий. По этому случаю глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. Он отметил, что политические репрессии сломали судьбы миллионов людей. В Казахстане несправедливо осудили более 100 тысяч человек. Из них около четверти получили смертные приговоры. Пройдя через тяжелейшие испытания, казахстанцы стали сильнее в своем единстве. А память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. В связи с памятной датой в ноябре прошлого года создали государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Согласно указу главы государства, при ней открыли региональные рабочие группы. Они занимаются поиском людей, которые еще не реабилитированы. По этому случаю в СКУ имени Манаша Кузыбаева прошел круглый стол. На встрече обсудили вопросы организации деятельности региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. К числу таких категорий на сегодняшний день относятся те, которых уже реабилитировали, но, к сожалению, не все прошли. Люди, есть те, которые остались, значит, вот вне этой реабилитации, поэтому некоторые категории, они сейчас будут повторно пересматриваться и дополняться именно новыми фамилиями и именами.